И сегодня мне поступает сообщение. Моя мама написала на тебя заявление. Мама, он опять мне позвонил. Да, здравствуйте. Я вас посажу. Я написала заявление. Я ничто с ним не делал, с вашим сыном. Надо, тебя понял. Все, давай, пошел нахуй. Именно отсюда, ребята, я достал вот это самое извещение. Прибыть я должен в Димитровградский городской суд Ульяновской области. Я действительно не знаю, что мне сейчас делать. Я даже дверь сегодня смотреть изувечил. Собственно, мы приехали. Это флажок Российской Федерации. Нам осталось до него дойти. Пожалуйста, Ульяновский областной суд. Вот он здоровый, такой красивый. У нас вот наше извещение. Страшно, ребят. Ребята, если вы хотите снимать антигрифер-шоу также в нашем сервисе EjoCraft, то достанетесь владельцам сервера, на которого осталась скидочка всего лишь 3 дня. Вы также сможете банить, кикать, сетать, ломать дома грифером, менять себе префиксы и многое другое. Поэтому я не знаю, что скоро будет с моей судьбой, поэтому становитесь владельцем сервера, находите таких же мамаш и наказывайте их. Именно отсюда, ребята, я достал вот это самое извещение. Извещение явки суд. Вот из этих почтовых ящиков. Вот его отсюда я взял. Здесь, дорогие друзья, сказано о том, что я должен... вот название извещения о явке в суд Денису Владимировичу Ульянскому. То есть подобное письмо мне уже присылали, только я должен был явиться в полицию, а сейчас я должен явиться прямо в суд. По статье 151 УК РФ я должен явиться 22 сентября. Вот, сегодня я вот это письмо взял. Я уже весь на нервах, потому что уже второй раз вот это письмо, я постоянно должен... что-то думать, придумывать, куда мне идти, из-за чего, кто мне это вообще написал, я не понимаю. Видимо, какой-то недовольный грифер. Я даже дверь сегодня, смотрите, вот это моя входная дверь. Вот. Вот. Я сегодня ее изувечил. Потому что я тоже человек, у меня тоже нервы, я тоже могу, знаете, что-то сломать, поломать. И сегодня от того, что я увидел вот это письмо, вот это извещение, я прям эту дверь изрядно так. Потому что я уже не знаю, кто это делает. Это какой-то грифер, какой-то школьник. И почему-то я постоянно должен терпеть эту херню. Я действительно не знаю, что мне сейчас делать, что мне делать сейчас с этим извещением. Я подавлен. Конечно же, я решил открыть эту статью УК РФ, статья 151, в Консультанте Плюс, вы сами можете ее открыть. Статья 151, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Вовлечение несовершеннолетнего в злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством, попрошайничеством, совершение лицом... Вообще бред полный. Ни то, ни другого, ни третьего, ни пятого я этого вообще не делал. Я не понимаю, кто это написал, за что... Почему вообще бред какой-то? Статья вообще ничего не соответствует. Максимум, что я прошу школьников, это извиниться передо мной. Их маму извиниться передо мной. И за что вообще мне здесь предъявляют какое-то вовлечение уголовного кодекса статьи? Я вообще не понимаю. Вообще бред полнейший. Наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Вообще прекрасно. Вообще бред полный. Именно вчера, дорогие друзья, мне пришло извещение о том, что я должен явиться в суд, извещение о явке в суд, и сегодня мне поступает сообщение от некого пользователя ВКонтакте, я не буду показывать вам его имя и фотографии, не буду раскрывать эту конфиденциальную информацию, что «Эй, ты, антигрифер, матное слово, и моя мама написала на тебя заявление». Вообще, бред полнейший, я не знаю, кто это мне написал, у меня страница ВКонтакте такая открытая, меня можно добавить. Можно мне написать. И я не знаю, что это за мамаша, потому что я никому ничего плохого в последнее время не делал. Пока я не знаю, сейчас буду писать, разбираться, кто это, откуда эти сообщения. Также вот в скайпе появились постоянные сообщения о том, что мама написала на тебя заявление, тупой ты антигрифер. Они появились именно прямо сейчас, в эту же секунду. Я сидел в скайпе, мне пришли уведомления. И вот как раз таки я понял, что это за человек. Это именно та мама, которая послала меня нахер. Та мама, которая обзывала меня, которая платила 500 рублей. Давайте сейчас свяжемся с этими, с этой семьей. Извините, я очень волнуюсь, и поэтому я криво говорю. И будем узнавать, кто это. Звоним. Алло. Коч. Алло. Коч. Не слышу. Ну, ты хочешь, говорю. Я ничего не хочу. Мне вчера пришло извещение о том, что я должен явиться в суд. А сейчас от тебя приходит сообщение ВКонтакте, что я должен... Что мама твоя написала заявление. Ну и чё? Ну как это понимать? Какое заявление? Ну такое них, блядь, наёбать на бабки нас. Как... Ты чё? Там написано, там статья 151 УК РФ. Какой-то там несовершеннолетним влечением. Я вообще ничего не делал этого. Чё за бред вообще? Ну нам похуй.
Я вернул тебе деньги, маме твоей. Сейчас я вам позову, блин, скажете. Мама! Он опять мне позвонил. Ты сам мне написал вообще-то. Ну? Вот, мама. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Вот мне сын вас написал, или не знаю, кто уж он вам, что на меня вы написали заявление в полицию. Мне вчера пришло, извещение пришло. Да, написали. А, то есть это правда все? Да, правда. Вы не вернули нам деньги. Я не вернул деньги, я вам... Да, я... не вернул. Я возвращал вам 500 рублей, вы сами говорили, что они вам пришли. Как это я деньги не вернул? Ну так, не вернули деньги. Почему забрали? Верните нам деньги, 500 рублей. И за 500 рублей я лично показываю вам, что я вношу эти 500 рублей. 500 рублей. Ничего страшного. Я вас посажу. Да. За что вы меня посадите? Я написала заявление в полицию, я вас посажу по статье 151. Там в статье указано вовлечение несовершеннолетних в какие-то преступные... преступные деяния. Я ничто с ним не делал, с вашим сыном. Посадить, я понял. Делали, как не делали? Вы у него выманиваете деньги, заставляете играть. Да-да-да. Я обманываю на деньги. Я... У меня есть ролик, где я возвращаю... Ты на всех обманываешь на деньги, закрой рот. Я 500 рублей вам возвращал, я специально на ролик... Это не было. Не знаю, ничего у нас, ничего нам не было. Вы на канале у меня бывали хоть когда-нибудь? Не, мы на такие бобровские каналы не подписываемся. Вот именно. Не, вы что вы делаете? Мне нужно явиться определенного числа в суд. И что? Ульяновский, да. Областной суд. Почему я должен это делать? За что? Как что? Вы не вовлекали детей в свои дебильные игры. Ага. Не выманивали у них деньги. Я не понимаю вас. Вы что добиться хотите от меня? Мы посадили свой сайт и посадить вас в тюрьму. Пускай вас преследуют. Но я ничего не делал вашему сыну. Вообще! И что, тебя сыны посадят? Я... Делали, не делали, деньги выманивали, не только, наверное, моего ребенка. Так что отвечайте по закону. Вам сам... По статье 151. Зачем вам все это надо, скажите мне? А чтоб не было вот таких сайтов поменьше. Да каких сайтов? Я нормально все Вы мне уже все нервы... Слушайте, мы с вами уже встречались неоднократно в скайпе, разговаривали. И что? Вот вы меня лично, да, посылали здесь матом, а сейчас вы пишете на меня заявление. Не знаю, мы ничего на вас не посылали, никуда вас не посылали, это обманываете вы нас, поэтому мы пишем на вас заявление. Понял? Я не знаю, что сказать. Бред нахуй какой-то. Чё за бред, блядь? Какое заявление? О. Я так что посажу тебя в тюрьму. Все, давай, пошел нахуй. Охренеть. Алло. Алло. Че, скайп, что ли, сбросили? Пипец. Скайп сбросили, все. Я не знаю, что делать. Блять, какой бред. Какао, я же возвращал 500 рублей. У меня факт есть, у меня видео есть. Я сейчас покажу вам всем то, что я возвращал им 500 рублей. Че за ерунда вообще? На меня пишут заявление, то, что я совершеннолетних обманываю, то, что я их посягаю каким-то преступным деянием, что-то я с ними делаю. Бред вообще полнейший вообще! И мне нужно явиться в суд определенного числа. Что ж, придется, видимо. Я переживаю сильно, я уже дверь сломал дома почти, я очень переживаю, я не знаю, что мне делать, я потерян. Ребят, поддержите, пожалуйста, ставьте лайки. Поддержите, правда, если вы верите в то, что справедливость должна восторжествовать. Все, у меня больше нет настроения снимать. Собственно, мы приехали в этот суд на маршруточке. Вот, пожалуйста, флажок Российской Федерации. Такое у нас здание большое, здоровое. Здесь ходят машины, люди ездят. Нам осталось до него дойти. И сегодня 22 сентября. А сейчас мы волнуемся, в общем. Вот оно, то самое здание. Ульяновский областной суд. Особо я не кричу, конечно. Пожалуйста, Ульяновский областной суд. Вот он здоровый, такой красивый. У нас вот наше извещение. Сегодня 22 сентября. Я сейчас пойду туда и узнаю, что все-таки меня ждет.
Страшно. Снимать я там не буду, потому что, я думаю, у меня будут проблемы. Идите-ка в суде, что-нибудь снимите. Страшно, ребят. Поддержите лайками, если считаете то, что я должен дальше снимать. Вообще как-то вот продолжать свою деятельность, ставьте лайки. Мне нужна ваша поддержка. Это мамаша, ну ее нахуй. Вообще, поэтому уже там полицейские стоят. Поэтому помогайте, ребят, лайками.